Приветствую вас, уважаемые друзья. Будем продолжать дальше сборку Ивека. Планирую нанести декали. Декали буду делать на торпеду в салоне, на панель управления, спидометры, манометры, все остальное. Вот. Довольно хорошая красочная декалька. Буду ее вырезать и переводить. Что сделал еще по модели, что не снимал на видео? Вклеил двери, поснимал маски внутри. Со стекол. Вот. Двери вклеил. Теперь можно делать тонировочку. Переводить декали и собирать. И собирать ее, готовить под полную покраску. Как получился. Клеил уже сиденье. Я думаю, смывку не буду делать внутри салона, так как ее все равно сильно не будет видно. Двери будут закрытые. Аккуратненький салон. Вот. Поэтому приклею декали и буду дальше собирать ее. Декали я обычно приклеиваю с использованием вот такого томиевского средства MarkFit. Хорошо приваривает, хорошо растворяет многие виды декалей. Мне оно нравится. Ну что, продолжаем делать. Ну вот, сделал декальки на панель. Теперь можно собирать, приклеивать ее внутрь корпуса и собирать корпус. Продолжаем. Вклеил панель. Поставил дуги недостающие, приклеил их в местах склеивания. Теперь буду приклеивать крышу салона. Thank you.
крыша приклеилась. Конечно, жалко, они не дают несколько вариантов сборки данного автомобиля. Например, без крыши, стекла, чтобы были обрезаны. Если это сделать самому, это надо раскраивать пол корпуса, что не очень интересно. А вот если бы сразу было дано несколько вариантов сборки, например, передняя часть ставилась отдельно, было бы, конечно, более интересно. Можно было бы купить сразу несколько наборов и сделать несколько вариантов моделей. Думал тоже, может, подрысь его перепилить. Но опять же, надо было вносить кое-какие изменения. А их в наборе нету. Самому что-то выдумывать тоже пришлось бы. Или какой-нибудь конверсионный набор фототравления брать. То есть, ну, вот. Мы будем сейчас ставить верхнюю часть на место. Поставил в салон эту верхнюю часть. Так страшно ставилось, что я даже забыл включить камеру. Вот. Надо было давить, пока бампер не заскочит вот на эти защелки. То есть щелкнул, как бы нормально, но теперь надо держать, приклеивать. Почему-то даже в некоторых местах пораспирало двери после щелчка. Ну, сейчас опять же подклею. Все станет нормально. Вот такой получается бронеавтомобильчик. Ну вот, друзья, держу уже более 10 минут в этом месте. Тяжело склеивается. Ну, склеим. В принципе, поставлю заднюю часть и начну подготавливать его уже к покраске. Камуфляж планирую делать трехцветный на этой модели. Именно камуфляж натовский будет. Декали буду. Хочу вот эти вот использовать, ИСАФ. Вот эти вот. Была более интересная модель, как раз как бы итальянского контингента войск в Афганистане. Понравились мне эти декали. Это буду делать как раз под этот НАТО вариант. Ну, смотрите мои части следующие. Спасибо, друзья, за просмотры. Спасибо за комментарии. Кто не подписался, подписывайтесь на мой канал. Всех благ вам и вашим близким, друзья.